Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас, наверное, около 6 часов вечера. Я одета не по ашрамному дресс-коду. Мне просто захотелось сыра. Думаю, пойду-ка я схожу. Куплю сыра, а дома приготовлю том-кха. Мы купили в дьюти-фри, когда вылетали из Таиланда. Несколько таких этих пакетиков. Внутри так соус для том-кха, для том-яма. Я прочитала, я сделала уже из половинки пакетика на той неделе том-кха. Там было написано, если хотите куриный, то добавьте туда 200 грамм курицы. А так это просто такой жидкий соус. Разводишь с водой и все. И добавляешь, что хочешь. Я думала, конечно, я буду тут постоянно эти готовить, том-ямы. Они у меня за неделю закончатся. Нет, как-то вот и не хотелось даже. Ну, думаю, ладно, сегодня, наверное, будет у меня на ужин том-ям. Не пойду никуда. Манго, сайрам. И, может быть, куплю авокадо. Не знаю. Позвонила Саши вначале, говорю. Купи мне, говорю, сыра. А он говорит, Супер Сай Базар, что ли, идти? Я говорю, типа того. Он говорит, может, сама сходишь. Ну ладно, схожу. И так он молодец, не капризничает, я не готовлю, ест у Махини в ресторане. Я говорю, что будешь сегодня кушать? Он говорит, дал, у них всегда есть дал. Ну, хорошо. Так, ну какой у нас тут сейчас ассортимент? Томатов, кстати, надо будет купить. Если встречу желтые дыньки, прямо надо даже не раздумывая вот эти лимонные яркие покупать. Потому что невелик выбор. Я вообще их не вижу. Вот он всегда собачке печеньку крошит. Собачкам. Не знаю, одной и той же собачки или разным. Кстати, печеньки тоже надо купить. Мы завтра хотим поехать в Липакши. И, может быть, даже подегрипала. Я не знаю, там очень много было возле памятника бычку Нанди. Очень много было худых и ужасно голодных собак. Да. Надо купить. Вот на углу вот у этой женщины, помню, были эти яркие дыньки. Нету сейчас. Ну все, она была моя последняя надежда. Зато манго такие огромные, красивые стали появляться. Конец марта. Да. В ашраме служба идет. А здесь приправы, специи. Можно было, конечно, рядом с домом поискать сыр, но в Супер Сай Базаре выбор все-таки больше. У нас раньше вообще не было выбора сыров. Были только спреды и такие маленькие, наподобие плавленых. А сейчас появились
и гауда, и еще какие-то. Ну, хоть что-то для моей сырной души, радостное, приносящее наслаждение. Тут сейчас шорты, мне так нравится смотреть шорты. Не заморачиваешься, там раз-раз-раз, и время иногда пролетает так быстро. И тут встречаю шорт с Филиппом Киркоровым. И он такой говорит, типа того, что я все время так, когда он мне попадался, ой, какой красивый виноград, надо будет купить. Все время он такой, диета, правильное питание, похудание. А тут такой шорт, я даже не поверила, что он... Еда, говорит, такое удовольствие, да ну нафиг все эти диеты. Думаю, да. Спрыгнул на какое-то время. Спрыги тоже нужны. А я, правда, давно даже и не запрыгивала на все это. Но спрыги понимаю. Вот такое вот вечернее наше путопартия. Вот можно было бы зайти в море, этот супермаркет. Но здесь тоже поменьше немного выбор. А, авокадо, по-моему, нету. В общем, идем туда. Уже не надо сбиваться с пути. Сказано, сделано. И там, кстати, есть еще овощная лавка. Может быть, в ней есть эти дыньки. Это опять вот эта собачка. Почему-то она лежит все время в центре. Колобок такой. Но то, что у нее хвостик опять стал пушистенький, и ушки пушистенькие, то, наверное, у нее что-то в обмене веществ изменилось. И она стала более здоровенькая. Ну вот уличная еда, стритфуд. Очень вкусно. Вот маленькие эти пышечки ВАДА. Может, даже куплю. Вот здесь надо обратить внимание, вот с той стороны. Может, у них есть эти желтые дыньки. Нет, нет. В общем, последний оплот моей надежды рухнул. Вот здесь еще. Ну, теперь уже точно самый последний оплот. Ладно, вначале в Суперсай Базар, а потом уже по мелким лавочкам. Саи Супер Базар. Заходим. Брокколи есть. Как много народу-то. Я, наверное, здесь пройдусь, все закуплю. Ой, 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 ой. И... А баскетов нету, да? И потом вниз пойду куплю у них. Ваши это за лепешки. Вниз куплю подогрепал и уйду. С чем это лепешка? Пасанд свит. Сладкая. 54 рупии. Саша, кстати, вот как мы приехали, он так на завтрак ни разу не ел яйца. Он покупает яйца, но только для меня. Я забыла, что хотела. А, спасибо, какая она умничка. Спасибо, thank you. Ага, thank you.
Вот, блины тоже сделала позавчера ему на завтрак. Вчера спрашиваю, будешь блины? Нет, не буду. Как он их любил в Гуа. Мне, конечно, нравится, что я вообще не готовлю. Только для себя. Вот я сегодня буду готовить это томка, да? И, наверное, сделаю с каким-нибудь нудалом. Маст масала. Вот с таким нудалом. Не вижу. Не вижу цену. Ну ладно. Потом рассмотрим чеки. Ну вот мой любимый отдел. Сырный. Какой-то он небогатый. Что такое-то? Ну вот опять же эти спреды. Масло Амулов спреды. Мягкий сыр. А где нормальный сыр? А, вот чеддер есть. Фета. А вот я такой люблю. Ёшчо. Вот в таких он маленьких коробочках. Еще пепси, там сапа я любила, но сейчас не люблю, потому что у меня тут же простуда происходит. Я даже соду сейчас не пью почти. Теплая она невкусная. Вот, смотрите, какие тут напитки. White grape, белый виноград. Но алкогольного здесь нету. Здесь только все безалкогольное. Ни мяса вы здесь не купите в магазинах, ни сосисок, ни алкоголя. Фотопартии. Так, ну если у меня сегодня праздник домашней еды, может, какое-нибудь мороженое себе сегодня подарить? Нет, я люблю... Так, это что, Happy Treats? Не знаю, что это. Я люблю черно-смородинное. Здесь нету такого. Зато есть Sugar Free. Без сахара. Здорово. Столько всяких напитков. Indian Tonic Water. Вот это вот все, какие-то тоник вотер. Я не пью это. Максимум, что я пью, это вот это вот. Баттермилк. Но у меня очень много, Саша мне накупил. Вот такую можно тепленькую соду купить. И там сап можно тепленький купить. Не знаю, тепленький он противный, конечно, честно говоря. Это уже не праздник. Вот такие самые дешевые печеньки. Как я говорю, собачьи печеньки. Эти печеньки стоят, мне кажется, рупий 5. А есть еще, смотрите, вот совсем маленькие. Я даже не знаю, сколько они могут стоить. 6 штучек. Сборник каких-то конфет. У девчонок перерыв чайный. Так, ну я не собиралась ничего такого покупать серьезного, поэтому я на выход. Вот тут чай для сотрудников. Я вот здесь что-то педигрипала не вижу. Но это ведь еда же, да, собачья. Feed Real, Feed Clean.
Реал. Настоящее, типа чистое кормление, да, я так поняла. Ну вот, можно взять 110 рупий. Здесь написано рекомендуемая цена производителям. Вот у них в Индии на многих товарах прямо уже пишется, не магазин придумывает цену, а пишет производитель рекомендуемую верхнюю планку. А магазин даже делает скидку. 99. Вот. Я просто думаю, что если мы завтра едем и встретим этих бедных собачек. О, я нашла, ура! Вот там на втором этаже было, ну, вернее, на первом этаже кофе был. Я купила какую-то пачку, а он оказался растворимый. Я не могу растворимый вообще, у меня от него изжога. А вот эти вот люблю. Я не знаю, чем они отличаются. Мне что один, что другой. Так, ну вот, значит, здесь вот это 240 стоит. А это органик фильтр 160. Чем отличается, не знаю. Что такое болт и что такое смус? Возьму, наверное, то, что подороже. 240. Я же у себя одна любимая, да? Вот. Сегодня целый день, опять же, мне попадалась в этих шорцах песня. Забыла, как, кто поет. Типа, я могу сама себе купить цветочки, написать свое имя на песочке, держать себя за руку, сводить себя на танцы. Это она рассталась с парнем, и вот она, значит, ему объясняет, что теперь одной ей даже очень хорошо. И могу любить себя больше, чем ты любил меня. Такая. Но песня такая заводная, что она у меня теперь не вылазит из головы. Я вставлю кусочек. Педигри Пау встретила, да, Сайрам? I have on there, I have. Ага, спасибо. Они мне предлагают еще одну сетку. Так, это, по-моему, 105 стоит. Я не знаю, что собаки любят, но думаю, бездомные любят все. А, купи две, получи одну бесплатно. Нет, две мне не надо. Сейчас. Мне нужна одна. Товарищи, вот 400 грамм. Так, что есть? Я хотела черный виноград, его здесь нет. Желтых дынек уже поняли, что нет. Тогда пойду на расплату. Ой, ой. Касса не будет работать. Включился свет. Your own pure thoughts will spread peace in the world. Твоя собственная чистая, твои собственные чистые мысли распыляют мир в мире. Семьсот 751. Ага. Как интересно, никогда не проверяет. Опять отключился свет. Сумку не проверяет. Просто смотрит в чек внимательно. Привязывают что-то. Что вы тут привязываете? Вот это Гаятри лавка любимая, потому что там самое вкусное топленое масло ги. Ну и вот немножко томатов.
и можно ехать. Фруктов нету, да? How much tomato? 30 рупий. А это у нас, как его там? Джекфрут, да. 30. Мне надо немножко, полкилограмма на салатике. Ну ладно, килограмм. Чего уж там. Здесь подороже обычно, чем на рынке. Ну, на рынке может по 20. Вот я думаю, тут килограмм будет. Они 2 кг. О, перфект, да, точно. Давай. Он мне все овощи по-русски перечислил. Морковка, капуста, баклажан, говорит. Морковка, капуста, да? Все по-русски говорит. Смотрите, хороший какой чесночок. Более-менее крупненький. Он... Чеснок. Гарлик. Гарлик. Чеснок. 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 Чеснок, да. Угу. Вот. Спасибо. Окра. Не, бамия, да. Ага, бамия, окра, леди фингерс. Что? Молодец. Я хотела черный виноград, а потом уже можно ехать. Вот так вот покупают постоянно цветы для храмов, для темплов. Давайте я куплю вада себе на ужин, вредную ваду. Всего уже приготовил, все так хорошо. Вада, правда, крохотулечка, крохотулечка, бэби вада. How much вода? Вода. How much вода? Вода. No, this вода. 10 rupees for. Ага, give me for 10 rupees. 10 rupees. 4 штучки, 10 рупий. Вот так прямо вот девочку папа везет из школы. Они купили себе на ужин. И дома готовить не будут. Соус, правда, к этому не дают, по-моему. Есть у них там какой-то соус вроде. Вон там висит клубочек ниточек. Это мне, да? Thank you. Вот и мой ужин готов, поспел. Томка вот с такими булочками будет. Мне бы такой дзен. Лечь посреди улицы и ухом не моргать. Если бы я знала, чего я хочу, мне было бы легче. Поскольку я не знаю, чего хочу, то мне сложно сделать выбор. Но мне показалось, что я хочу черный виноград. Я когда была у девочек Лены и Людмилы, вот где-то здесь, и он такой вкусный был. Они приготовили на стол фрукты, и там был виноград. Очень вкусный, черный именно. Зеленый у них тоже очень вкусный. Но черный был какой-то необычайный. Девушка высокого роста. Для индианки это довольно редко, что она такая, как баскетболистка. А куда он уехал-то? Вон он куда. Вот зачем ты туда спрятался? Или еще какой-то был? Был там какой-нибудь другой виноградарь? Нет, я лучше к этому пойду. А то опять останусь без винограда. Да, у нас тут Невский проспект. Вот я не знаю, он сладкий или нет. How much grape? 160 кг. 160 килограмм.
Вот какой здесь слаще, как думаете? Поменьше, побольше? Веточки такие красивые. Ну, дорогой, поэтому он вот так вот жестоко расправляется. Надо купить прямо ветку. Сколько здесь? Ну, насколько? How much? Не спеша все происходит. Ну, я думаю, грамм 700, наверное, эта веточка. Уже шевелится. Сколько? Китна. How much? Тайна мраком покрытая, так и буду стоять. Ну чего тебе, не сосчитать что ли? А? No, I want this. How much? 120. 120. 120 ждет. Они уже сосчитали. 130, ладно. 130, хорошо. Так, наверное, я хочу кокос. How much coconut? Ага, water. Water coconut. Хочу просто воду. Не хочу есть орех. Хотя это нерационально. Так, ну что? Как всегда, видео ни о чем, да? Вот теперь мне нужна рикша. А, окей, no problem. Он мне говорит, я жду, там кого-то он ждал. Я тому помахала через дорогу. А теперь мне нечем махать. Он просто на меня смотрел, я головой махнула. А рука занята. Придется пешком идти. Ну, вон девчонки ж ходят с такими тяжестями. Вот спереди кто-то сидит, это дружочек его побил. Все, встаю, машу руками, наверное. Вон там выстроились две рикши. Один взял пассажира. Второй за ним. Эй, а! Езжай. Нет, точно, у меня сегодня карма пешком идти. Так нагуляешься, раз хочешь всяческих томка. Вот смотрю, я понимаю, что не зря наши соседи работают по лайту. Вечером и утром. Пару часов вечером, пару часов утром. Смотрите, сейчас все рикши заняты. Все заняты
не найти пустого. Едут мимо. А! Куда? А, Прошанти Хилл Вью апартмент. Упар. Сайтур Яту. Ага, Китна. Хоти, давай, поехали. Кого там? Он сказал ждать. Там случайно не Саши кричал, голос был знакомый. Но Саши не может в такую даль уйти. Он на четровате тусуется у меня. Есть после кокоса. Покупала на 700 рупий. Хлеб испекли по понедельникам. Ну вот, Том Хай, он у меня в морозилке лежал. Ready to heat, это значит готов просто разогреть и все. Премиум суп, вот такой вот. Не знаю, не вижу цену, сколько он там стоил. 120, да, наверное. 120 бат. Ну, это, наверное, 300 рупий или 300 рублей. Вот так вот надо в горячую воду. Вот пол чашки воды написано. Но я, конечно, гораздо меньше кладу. А если хочешь, вот 200 грамм курицы добавь или... Любой протеин. Вот так я так поняла. Chicken breast. Or any protein of your choice. Или любой протеин на твой выбор. Вот. А я просто добавлю воды. И может быть вот этот нудл приготовлю. Ну все, друзья. Всех обнимаю, всех люблю. Всем приятного аппетита. Думаю, это не особо интересное производство такого супа. Поэтому я его показывать не буду. Всем пока-пока. Тарелочка у меня вот подарок из Узбекистана. Прекрасная такая тарелка. Красивая, с хлопком. Ну, вот такой у меня суп получился. Я половинку кнора добавила, половина там. И все приправы пока там. В общем, одна вода. Практически одна вода. Вот. Имбирь. Это из этой пасты Том Кха. Ну, сейчас попробую. Запах есть. Лемонграсс и имбиря запах. И вообще таких приправ. Перчено. Немножко недосолено. Вот такие крошки-малютки. Вода. И один томатик. Вот такой у меня сегодня будет ужин. Я думаю, довольно легкий. Не знаю, как вам. Пишите в комментариях, похоже это на ужин или это похоже на обед. Или ужин отдай врагу. Не отдам. Нет у меня таких врагов. Кого бы я таким вкусным ужином решила накормить, наказать. Вот, ну давайте, теперь уж точно всех обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока.